Добрий вечір. У ефірі новини для тих, хто цікавиться станом економіки свого регіону. У щотидньовій програмі «Економічна довідка» ми ділимося актуальною інформацією по різних напрямках. Глядіть у випуску. Національний банк Білорусі розтлумачив порядок переліку деяких депозитів після деномінації. Об особливостях цього процесу розкаже спеціаліст. Студенти Белорусского державного университета транспорту распрацевали незвычайный бизнес-проект «Я думаю, шклянки для кавы». Как можно заработать на этой идее? Меркование эксперта. А так само поравнаем цены на садовину и огороднину на гомельских рынках. Об этом подробязно у нашем сегодняшнем выпуску. Национальный банк Беларуси растлумачил порядок переліку некоторых депозитов после деномінації. Так, перелічивать суммы по договорах укладу, оформленных ощадной книжкой либо депозитным сертификатом, банки будут по стане на 1 липня. У суодносинах 10 тысяч до 1. Отриманные значения округляются до целой белорусской копейки. Коли укладчик звертается у банк за отриманием усёй суммы по договору укладу, корректировка суммы обязательства не потребуется. Коли ж за частковым отриманием альбо пополнением депозиту, то таким выпадку яна необходна. Причем у новых грошах. После чего будет зроблены отповедный запись деноминована. По любым пытаниям, связанным с деноминацией, можно звертаться до банковских консультантов. А лишь специалисты успокоивают, загодя забирать гроши из укладов не треба. Деноминация – это чисто технический вопрос. Он касается как и депозитов, так и кредитов. Никаким образом он не повлияет ни на курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, ни на уровень инфляции. Будут убраны 4 нуля, например, если вклад порядка 20 миллионов, то с 1 июля будет произведен перерасчет. То есть убирается просто 4 нуля. Это то, что касается непосредственно деноминации. Так что здесь бояться ничего не надо, потому что, я еще раз повторяю, это чисто технический вопрос. Белорусским банкам треба загодя информовать насельництво об размещении банкоматов с новыми грошима. Потребу в купюрах различить с разбивкой по номиналах для бесперебойной работы у первые дни проведения деноминации. Рекомендовано використовувати банкноти номіналами 5, 10, 20, 50 і 100 рублів. Причому 5-рублеві загрузять обов'язково. Що стосується роботи банкоматів, то нагадаємо ще раз, з 1 липня частку їх загрузять банкнотами узору 2009 року. Остатні будуть видавати гроші старого узору. З 1 кастричника усі банки Білорусі будуть видавати тільки нові банкноти. Причому монети банкомати видавати не будуть. Отримати їх можна буде у вигляді здачі у крамах або розміняти у банках. Опошняя процедура бесплатна і буде дійничать полгода з моменту проведення деномінації. Прогнозується, що сьоліта до 1 липня у звороті буде знаходитися каля 600 мільйонів екземпляров банкнот старого номіналу. Для їх заміни необхідно каля 80 мільйонів екземпляров банкнот і 400 мільйонів екземпляров монет. Студентство – час для одних вольный и за выключением сессии навод бесклопотный, для других, наоборот, напружен и насыщен абсолютно дорослыми справами. Размова об молодых предпринимальниках. Их на Гомельщине становится все больше. И начинают молодые люди часто не с пошуку капиталу, а с распрацовки незвычайной бизнес-идеи. На перший погляд, гэта просто шклянкі. Незвычайнасць у тым, што іх можна з'есці. Аўтары унікальнага для нашай краіны бізнес-праекту – студэнткі Белдзяржуніверсітэта транспарту. Здзівіць, задаволіць, зарабіць. Хутчэй за ўсё, гэта змест
і мета любой новой справы, предпринимательской особливо. Что это значит? Здивить уникальностью товару альбо послуги, задоволить коштам, а заработать, ну, это и так зрозумело. Любой бизнес может лечиться удалым только при его монетизации. Это значит окупность и прибытковости. Своими покупниками девчины бачат студентов, а так само организаторов дитячих святов. В начале учебного года нам нужно было сделать экологический проект. Вообще, конечно, идей было очень много, но мы остановились на идее создания съедобных стаканчиков, ведь это и вкусно, и чисто. Ну, конечно, этим мы не открыли Америку, ведь создание съедобной посуды – это не новая идея. Но ранее это было просто впечатляющая инсталляция, не претендующая на массовое производство. С этим проектом девчины приняли удел у международном чемпионате «Молодь у предпринимательстве», где заняли третье место сярод двух десятков команд с Беларуси, России и Украины. Новая задача, каб реализация бизнес-проекта начала приносить гроши. Зараз для этого треба каля 20 миллионов рублей. Таких грошей у молодых предпринимательников нема. Кажуть, подпрацовку знайти вельми складана, у батьков займать соромно. Застается шакать инвестора. Девчины обяцают, что проз 8 месяцев можно будет отримать 10 миллионов чистого прибытку. Конечно же, хотим заключить договоры с местными кафе и общепитами нашего города на поставку такой продукции. В дальнейшем мы планируем арендовать помещение и с прилегающим к нему складом, да, какими-то морозильниками, чтобы хранить эту всю продукцию правильно. Хотелось бы создать и свой сайт, и свой фирменный магазин, но это все видится в будущем. Также мы хотели расширить свой ассортимент, потому что это далеко не вся съедобная посуда, которая может быть представлена у нас на рынке. Это может быть и какие-то тарелки из овощной какой-то бумаги. Там. То есть, ну, это очень-очень много, очень интересно. И очень перспективно. И очень перспективно, да. Это ниша свободы. В Республике Беларусь. Отличительной чертой нашего стартапа является его уникальность и новизна в Республике Беларусь. Ну и не только в Республике Беларусь, и в странах СНГ. Уже зараз свою поддержку креативным девчинам оказывает Гомельская бизнес-школа ИПМ. И это тычется не только развития своей справы. Первый заказ на выраб незвычайных, ядомых шклянок поступил миновито оттуль. Мы видим здесь как какую-то фишку для ресторана. Именно ресторана высокой оценочной категории. Можно прийти этим девочкам к рестораторам и сказать о том, что вот у нас есть такое-то производство, мы хотим это выпускать и на базе какого-нибудь ресторана сделать как элемент. Это либо какие-то туристические комплексы гостиничные, агроусадьбы. Это было бы интересным декором, именно элементом для бизнесменов. Либо можно выходить на какие-то другие области, да, где вот есть на трассах стоят гостиничные комплексы, и действительно подавать это. Но тогда девушкам нужно понять, как сохранять стаканчик не там 24 часа, а не 36, а чтобы он был немножко дольше. Как бы съедобины, как бы, ну, либо делать производство уже непосредственно где-то. То это да. Идея реализуема, и она будет окупаться еще, причем даже не с тем размером, который говорят они намного выше. Протягиваем выпуск. На гэты раз наша здымачная бригада побывала на Прудкоўскім и центральным рынках Гомеля. Тыдень выдался холодноватым, тому чаканні наконт далейшага зніжэння кошту на мясцовую садавіну-агародніну не спраўдзіліся. На прывазную ж прадукцыю мы заўважылі павольнае змяншэнне цэн. І да лічбаў. Цана на агуркі вырасла. Часцей за ўсё яны каштуюць на абодвух рынках каля 17 тысяч. На цэнтральным пачатковы кошт ад 16, на прудкоўскім ад 10. Самыя танныя другога сорту. Памідоры ў цэнтры ад 27 да 42 тысяч, на Валатаве ад 28 да 45. Прыкладна, як і тыдзень таму. Кабачкі на цэнтральным больш танны, ад 14 тысяч, супраць 16 на Прудкоўскім. Зеляніна каштуе аднолькава. Пучок кропа, кінзы, пятрушкі 5 тысяч. Бульба новага ўраджаю ў сярэднім 13 тысяч, бурак 16. Персікі на цэнтральным набыць можна больш выгадна. А 36 тысяч, на Прудкоўскім удвая даражэй. Чарэшня тут ад 60 да 85 тысяч, на цэнтральным да 75. Цэны на гэтыя і іншыя прадукты ў наступнай табліцы.
На гэтым сённяшні выпуск завершаны. З вамі была Марына Север'янова. Як заўсёды, сустрэнемся роўна праз тыдзень.